В Тюмени могут установить больше пожарных гидрантов. Такое предложение поступило от депутатов Тюменской городской думы. Сегодня прошло заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. В частности, в качестве мер пожарной безопасности управами проведена работа по выкосу травы и уборке сухостоя. Тем не менее, народные избранники считают, что такую профилактическую работу нужно усилить. Это касается и территорий, где расположены СНТ. Там часто случаются пожары. Чтобы этого избежать, нужно обеспечить доступ к воде и установить больше пожарных гидрантов. В целом обстановка вот этой вот прошедших 10 дней, она показывает, что в городе Тюмени пожароопасная ситуация контролируемая. То есть у нас какие были возгорания, они, во-первых, были без жертв, во-вторых, они были тут же локальны, и тут же они были предприняты все меры для тушения этих пожаров. Вот то, что мы видели по телевизору на других территориях, такого в городе Тюмени не было. Я думаю, что это все равно все-таки плод той работы, которую проводят и управы администрации города, и департамент, и хозяйствующие субъекты. Тем временем в городе продолжают действовать ограничения, в том числе запрет на разведение огня на территориях зон для отдыха. Меру, по словам городских депутатов, нужно сохранить до стабилизации ситуации с пожарами.